Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня перед началом этого видоса я, конечно же, хотел бы вам порекомендовать офигенный канал по Warcraft 3 Dota 1, это по совместительству мой канал, да, между прочим, это мой канал, вот он, смотрите, это мой YouTube канал, ребятки, залетайте, подписывайтесь, здесь будет такая кнопочка подписаться, очень много различных видосов, в которых я вкладываю душу. И, конечно же, уйму сил и времени для того, чтобы вам разбавить суету, повседнев, рутину. Зайти, глянуть видосик, ой, что только один видосик 0.50 стоит. Ой, да там вообще клоунада, испепеление. Это просто нереальные крутые видосы. А один из самых крутых видосов на моем канале, это, конечно же, сломать трон за 5 минут. Ну и от колодца до колодца тоже где-то был этот видосик. Но не суть, где-то он, короче, вот он, от колодца до колодца. Тоже рекомендую посмотреть, ребятки, не забывайте залетать на канал. Ну, а то видео, которое вы будете смотреть сейчас, это, по сути, видос, который будет у нас относиться к рубрике «А что если две кнопки?». Почему две кнопки? Потому что здесь у нас Котл, Дикей от Зомбаря и Акс, да? То есть, по идее, под Дикеем будет у нас под двумя кнопочками от Cooling Blade отлетать каждый оппонент. Но эта игра не должна была войти вообще в целом в список тех видосов, которые я пишу. Но эта игра тоже особо с изюминкой. И я тоже рекомендую ее, ребятки, к просмотру. Поэтому не поленитесь поставить лайк. По ссылке в описании я также укажу видосик более удачный с этой идеей. Но они, в принципе, подряд эти видосы идут. Я думаю, вы не заблудитесь. Но, опять-таки, в ссылке в описании вы можете также его посмотреть. В принципе, все, осведомил. И, ребятки, пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что поддерживаете. Всем лайк, всем баночки. Кстати, потерял 8 килограмм за 1,5 месяца. Это вам, между прочим, не за компом сидеть целыми днями играть. Ребенок, это не шутки, да? Я папа. Кстати, папа не только в доте, но и в реале, ребятки. Все, пожелаю всем приятного просмотра, ребятки. И поехали. И сегодня мы будем, конечно же, кайфовать с игры на Аксе. На Аксе, который будет под зомбарем, под Дикеем. Дай ультану, дядь. И тут ультану дай. Хорошо. И тут ультану. Ух ты, трипл килл, между прочим. А давайте на вставочку сделаем что-нибудь еще. Подожди. Раз. Ультра килл. Да-да-да-да-дай. Ну нет, ну нет маны. Хорош. На вставочку даешь? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и свет мне прям в лицо фигачит, но сегодня у нас все равно рубрика «А что если?». И сегодня мы будем, конечно же, кайфовать игры на Аксе, который будет под зомбарем, под Дикеями, а еще и шторку закрою. Поэтому спасибо всем, начинаем прямо сейчас. Так, ну что, немножко, конечно же, я попытался что-то сделать со светом, но, к сожалению, ничего у меня вообще не вышло, и солнце все равно мне в лицо светит. К сожалению, от двери отсвечивает очень сильно, и, конечно же, мне придется, наверное, вести стрим, вернее, не стрим, а вести видео, а скоро у меня стрим, потому что я немножко запутался. Короче, не суть. Смотрите, самая простенькая комбинация, которая у нас сегодня есть, это, конечно же, зомби плюс Акс. Вау, круто, офигеть, какая незаезженная стратегия. Но давайте, тем не менее, мы сегодня так и сыграем. А почему нет? Почему нет, ребятки, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Конечно же, не забывайте поддержать мой ТГ-канал и ютубчик, само дело. Конечно же, поддержать ютуб, само то. Лайк, пиписка, отписка. Все, хорошо. В общем, что наша задача? Это, конечно же, красивую игру через Акса, через зомбика. Самый кайф, Дикей максится. Дикей будет у нас по 10 силы. И, естественно, хп будет у ребят меньше становиться. И с ульты, по идее, будет работать намного легче. И, конечно же, ну, это должно быть прикольно. Я надеюсь, это будет прикольно, ребят. Но, честно, я не обещаю тут супер игры, но надеюсь, будет интересно. Надеюсь, будет интересно. Так, у нас шторм пикается, и там еще Баратрум очень много хэповые персонажи. Там очень много хэповые. 4 силача, это значит, что в нашу катку немножко это не вписывается. Немножко не вписывается. Вот, и
Так. Фармите внизу. Сало, зомби. Зомби пусть фармит. Шторм, соло. Вот так вот. Зомби пусть фармит, и шторм, сало пусть идут душить. Так, туски. Надо выйти сразу. Выходите, выходите, выходите. Сразу выйдите, а то он закроет просто потом, и все. Суету наводите, и все. Вот так вот. Сразу, чтобы пацаны, как говорится, не зажали нас вот здесь вот, да, тускаром, и чтобы мы руну спокойно забрали. Для этого сразу нужно выходить. Пофиг на это ФБ, потому что уже эффекта неожиданности не будет. И тем самым, как бы, ну... Ну что, идет сюда. Ты посмотри какой. Смотри какой. А ты какой. Вот ты какой. Опа, ты какой. Давай, тускара. Туши, тускара. Ах ты, сломал. Тускара, туши. Тускара, туши. У нас все милишники. Это такой бред, если честно. А пуш с чем? С хуком, наверное? Давай я подблочу. Если что. Хорошо, хилочки есть. Опа. Найс. Отлично, живем. Томба, конечно, 100 лет кдшится. А ты че с такими хп бежишь? Лол. Бей его нафиг. Чувак, души его. Чувак, души его. Опа, хук какой. Качественный. Качественный хук. Давай, 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 давай. Одну тычку. Ну, чтобы Кену не отдаваться, он, конечно же, отдастся так просто. Вот так, пацаны. Учитесь играть. Учитесь. Учитесь. Ух ты, какой побежал. Так, давайте стакнем. Стакнем, чтобы можно было подфармить. Ну, нормально. Интересно получилось. Опа, у меня тут еще крипчик есть, он поможет будет делать бабушке. Хорошо. Ну и погнали. Кстати, моя ошибка то, что я взял крутилку, я думал драки не будет. Я бы взял горение. Тогда было бы, конечно, намного круче. Намного. Но, тем не менее, что есть, то есть, ребята. Ничего сложного, ничего страшного, как говорится. Все получится. Крип ласхитит. А, он комиссию забрал, я понял. Вот в чем прикол. Он комиссионный, просто бабки забрал. Чтобы, типа, знаете, он мне помог, и типа, ну дай одного крипочка, пожалуйста, но я подфармлю тоже. Ой, Криса, ну да ладно, не суть. Так, можно одну хилочку взять, все, спасибо. Затарчик у нас идется, пожочек, мажочек, дружочек, отлично. Короче, почему я выбрал пойти лес? Ну, постоим в лесу, зомби пусть постоит на фарме. Почему нет? Зомби на фарме пусть будет. И дальше будем двигаться. Так, вот этих чуваков сюда. Хорошо. Угу. Алхимик вышел у нас. Инвиз. Жалко, немножко не повезло Химосу. Так, мне колечко мое. Можно уплотнительное. А потом сапожочек доберем. Хорошо, соло там. Работает по пуджу. Как же ему больно этому жирному засранцу, который сшит из частей. Ой, жесть. Так, ну нормально, хпшечки есть, ребята, работаем, работаем. Самое главное, это сейчас аккуратненько, элегантно двигаться по лесу, выфармливать. Кстати, могу смело подсказать, как надо стоять в лесу, да. То есть вы видите сейчас, как стоим в лесу. Спокойно, аккуратно. Спокойно, аккуратно, лесочек фармим. Никому не мешаем, никого не трогаем. Батлыга полетела на мид. Как видите, я вот здесь вот кемпик беру, тут кемпик беру. И чуть-чуть подфармливаю. И все. Так, инвокер в миду, походу, скиллованный, если алхимика гоняет. Пойдем вот это отводим в стороночку. Третья минута, на руну нам не надо, поэтому отводим сюда. И плюс уже крипов немного побольше, поэтому отводим в стороночку, никаких проблем не будет. О, свет прошел. Здравствуйте. Ну, короче, подходит. Немножко отвлекли, но ничего страшного. Так, продолжаем. Хилочку себе алхимик понес одну. Немножко не вкурил я этого момента. Ну, давайте сейчас подстакаем и побежим. Подстакаем и побежим. Нам нужен сапог вообще. Кстати, колечко, обратили внимание, меня очень хорошо зарегенило. Я даже хилочку не юзал, у меня вот столько хп было. Ух ты, смотри, давай, припомогу немножко, дядь. Санстройк! Да ладно, ну на характере, мужчины, они такие, между прочим. Так, пойдет, тут сделали, давайте возьмем смока, Достевичи, и немножко подработаем. Смокевичи, Дастым. Вы поняли, да, что я сейчас примерно буду делать? Я вот сюда на мид пойду. Нужно будет помочь. Только нужно будет сейчас
качнуть еще раз. Левел себе. Я в пул 3 качаю на подфарм. Я хочу помочь алхимику пойти. Только нужно немножко подзапотеть будет. Хорошо, погнали. Ага, алхимик такой там, конечно. Старается, гоу. Шторм фидит по КД там, да? Чё качнем? Давайте качнем вот эту вещь. Смело, смело, смело прям. Хорошо. Вот и все. Даже дасты не пришлось юзать. Блин, алхимика не хочу забирать. Крипов, поэтому на мид ему их возвращаю. Хорошо. Идем дальше фармить. Заниматься своими делами, ребят. Ганг успешный произошел у нас сейчас. Надо ребяткам по чуть помогать. Несмотря на то, что вы на аксе стоите лес, ребят, не пренебрегайте, помогайте, выходите, да, что-то. Вот алхимику сейчас пришел, помог, да, за это получил золотишко. То есть, как бы, ну, по чуть все равно двигаемся. В ближний кемп я не хожу, потому что там алхимик может себе что-то подстакивать, что-то подфармливать. Поэтому, как бы, смысл такой, ребят. Не забывайте про то, что вы в игре. Вы не просто стоите АФК, а вы играете. Запомните это. Вы игрок. Вы не АФК игрок, вы игрок активный. Поэтому не забывайте помогать тиммейтам. Это очень важно. Как он его там гоняет, тыля вообще. Ой-ой-ой. Вот оно чё. Да уж. Толпой прям насилует его. Надо было на мид идти, этого инвокера я бы задушил на изи. Он хочет под чарж. Давай, давай, на характере. Давай, чё, вопросы, инвокер, чё ты там хотел? Отстань от меня, засрадец, твою дивизию. Ну так вот, он не ожидает. Ну, стандартный инвокер, тупо думает, знаете, там один КПТС зашел поиграть, знаете, там. Ну, сейчас кину метеорит здесь, я убью Акса, я буду героем. А на самом деле Бибу Сосу. Бибу Сосу. Санстрайк ещё может кинуть, кстати, качественный причем. Все нормально. Ребятам помогаем, несмотря на то, что не фармлю, но стараюсь помочь. Алхимику тоже тяжело, надо понимать его. Че, побежим еще раз, гонем инвока. Иду вокера. По раскачкам у меня, конечно, тухленько. Надеюсь, у меня поверх получится обойти. С него там 11 стиков вроде, да? Да, плохо. Под тэшку пойдем? Давай, давай, давай. Хорошо. Да ты что? Ты посмотри, какой хитрый. О, это плохо. Хорошо. Го вот этого жирного. Го, let's get a kill, халакаракил. Ну вы поняли. Ух ты, да ничего себе ты. Да ну ничего себе ты. Это ты что такой? Ой-ой-ой, давай потом будем. Давай. Вот под зомбарей. Да что ж такое? Что ж такое-то? Ну не дают, не заберут. Не заберем, не даем. Не берем, не возьмем. Ладно, лайн толкнем, как я обожаю, когда мне делают, когда выходят на мой лайн. Так, ребята, короче, решили всю карту пофидить. Вот прикиньте, если бы я просто сейчас фармил АФК и не помогал алхимику, то насколько плохая была ситуация в игре. Вот я сейчас выхожу, да, химику что-то помогу, туда что-то там пойду помогу, да, то есть я участвую в игре. У меня 5 на 0, да, то есть я ребятам помогаю. Даже если бы у меня было там 0-2-4, это тоже, в принципе, неплохо. 0-2-5, отлично вообще было бы, то есть я команде помогаю, что-то разменивается, да. Но самого фарма было бы мало. Но не суть. Смысл в том, что я не АФКшу, просто не АФК фармлю, да, а я помогаю ребятам. Реально помогаю. Куда ты пошел? Куда он пошел? А, его мама позвала. Домой. Мама домой позвала. Смотри какой. А, тангусик скушать надо. Да, точно, брат. Бывает жизнь. Удовольствие тангусы хавать. Там тини, чувак. Ой-ой-ой. У меня хп, если честно, не очень много, чтобы помажи делать. Тут, о, туск еще. Не-не-не-не-не. Ну, на меня накат пошел. На меня накат пошел. Стики нажму. Успею. Ну, хорош. Санстрайк вытащил. А вот и санстрайк. Отлично. Вот это что за активчик, дядя?
200, 120 маны там. Жесть. Что они себе позволяют? Вообще не понимаю. Ну, пока что на Аксе плотненько. Идем. Бро, ну такие лоу хп у тебя. Куда ж ты? Куда же ты? Ладно, на базу гоу. Даггер есть, надо инвока прессинговать. Гоу. После того, как вы купили даггер, конечно, лучше активно подвигаться. Ну, кстати, оппоненты молодцы, что какую-то оппозицию создают. Ребята фидят. Будем помогать. Идем помогать. Инвокер соло стоит. Хороший фражок сейчас будет. Легенький. Легенький фражок. Хорошо. Так. Что next по артефактам? Вот эти кемпы я трогать не буду. А, так тем более тут стаки. Тут стаки. Атаку. Так, что next? Там инвокер, да? С тиником в лейтгейме будут небольшие проблемы. Надо его душить, тройка его, дядя. Души его, домой его отправляй. Ух ты, шторм на фул маену полетел. Этого бы забрать. Но я в одного прыгать не буду. Вон, барочка бежит уже. Хорош. Хука его, дядь. Хуках. Души, дядь. Но если я разменяюсь сейчас, это будет очень хорошо. Да, пойдет. Но я стрик отдал. Это, конечно, плохо, но размен тиника это хорошо. Знаете, что не хватило? Мне нужна клоака. Очень быстро хп закончились. Плака нужна. И плюс, конечно же... На шторме прикольный чел, одобряю. Причем он сам выбрал шторма, да, и ничего не может сделать. Это вообще... Скринжатина, конечно. Ну ладно. Сама суть это наша комбинация. Зомбик фармит, все фармят. Зомб в грифс. Зомбик фармит, все фармят. Так, мне клоаку можно мою, плиз? Я ВГшку сделаю. Солринг, это шторму, наверное, да? Бекуру. На мид сейчас надо ТП давать, потому что на мид побегут всей толпой. Всей толпой. Инвошка. Найти бы тут. Инвошка. Без радика. Ну, хз. Тут динамика. Я не смог сагрить его нормально. Это печально. Так, ну зомбаки поддушат его, да, наверное? Я комбинацию выдержу его. Амбу я его выдержу, по идее. Что он плотный. Ну, я вообще думал, шторм ремнант как бы даст, но он его не давал, он тычка дает. Ну, в принципе, это правильно, теоретически, да, сначала давать тычку, но я думал, чуть порезче это будет. Ну, ладно. С маной, конечно, проблема. О, найс, я от арканы отпрыгиваю. Ну, кто знал. Инвокер фрифармин, да? Так, 11 левел есть. Алхимик опять в таверне. Да что ж такое-то? Как они умирают-то, ё-моё. Инвокер фармит, все фармят. Я тоже буду фармить. Я хочу сейчас сделать ВГ. Быть чуть-чуть поплотнее. Чуть-чуть. Чуть поплотнее быть. Надо вообще под зомбаком прям идти и работать, работать, еще раз работать. Под зомбаком надо работать. Что за руна будет? Монета. Ого. Ну, с такими хп идти помогать, конечно, это не очень. Реген. Эх, какой же кайф, да?
Я тут... Я могу вот так вот сделать, прыгнуть. Но я буду убегать. Хорошо. Пойдет. Я хоть и не с ХП лютыми был, но помог парняге. Хилочек мне накинул кто-то. Это радует. Пойдет. Монетка лежит. Найс, алхимик кайфует. Делай, делай, делай. Опа, улетай, дядя. Ну чё ты, тебя хуканули, ты не двигаешься даже. Блин. Ай, чел. Так, ну Радиенс на алхимике на 14, отвратительный. Даже нету еще даже Радиенса. Тайминг просто ужасный. Но в чем фишка тут? Расчет такой, что как бы, ну, чтоб ребята рано сделали кнопки, да, свои. И мы как бы душили по красоте, но видите, как катка затягиваться будет. Так, я пошел на базу, нам нужно драться. Радик, делай. Печально. ТП. Топ, делай. Тут нужно суетиться в этой игре максимуму. Там пуш активный. Зомби. Здорово. Да что ж такое, это ультом не могу забрать. Ой-ой-ой. Криворучка укусила, да, там, как говорится. Так, мне нужно... Еще одного крипа. Это на ВГшку. Это на ВГшку. Хорошо, ВГшка есть. Ну, аганим от алхимика поздний максимально. Поэтому не знаю, как тут по контенту будет, но аганим максимально поздний. Очень поздний аганим. Очень-очень. Вот этот чувачок опять там фидит. Да улети ты просто. Господи, что ж ты делаешь? Тускар. Пытаемся задушить таракана. О, здорово. Хорошо, что у меня клака. Мне, в принципе, пофиг. Я крепенький очень. Опа, успел, да? Ну нафиг. Ой, хорош. Но дальше тут, мне кажется, нет смысла. Маны нету. Так, ну с зомбарем немного работаем, да? Зомбик плюс еще амплификация его. Это вообще кайф. Кстати, в лейт-гейме у нас будут серьезные проблемы с инвокером. Серьезнейшие. Куда Сало там пошел? Брат. Куда? Куда, брат? Эй, маны дали бы мне. Жесть. Запинали пацана. Чувак! Чувак! Ты как вообще? Так, ну я все жду аганим. Может быть, когда-то он будет. Пока тэшку ломаем. Пока тэшку ломаем. ВГшка на аксе, старая мета, ребят. Но рабочая максимально. Максимально рабочая. Рекомендую. Это что там такое? Это такие, сайленсер таки нарвался там. Что ты в меня бежишь, чувак? Ну, блин, у меня миллион хп. Миллион хп у меня. Ну, крипы зажали, найс. Просто бьем там. Что? Хорошо. Тэшку забираем, дядь. Да я что, медом намазан, что ли? Жесть, какой же я медом намазанный тип. Ой, ну если разменяет алхимик, это будет офигенски. Ну, у тебя... А, ульты нет, ничего нету. Но это кринж. Жесть. Я медом намазанный просто. В меня бегут. Это хэн надо. Хэна убивать. Армлет не выключай только, а то сдохнешь. Хорош.
Он этого убьет. Дагер нужен на алхимике, конечно. У нас немножко по динамике игровой немного не так должно было быть. Должен был быть ранний аганим на Аксе, ранний аганим на зомбике. Но что-то пошло не так. А что не так? У алхимика нету фарма. Хотя, в принципе, я помогал, да, фражочек забирал. Но, опять-таки, это же, можно сказать, не в оверфарм, да, отдавал его. Так, первый, кому аганим надо, наверное, дать, это мне. Мне аганим первому. Потом зомби. Так как я в драках участвую, я больше вношу в любом случае. Зомбик зомбиком, зомбик подождет. Фармим. Зомбик подождет. Немножко порог увеличим до 550 с 16 левела. Так, успел я отвести? Не, конечно же, не успел. Не успел. Пуч фармит, да? Так, 1800 золотых. Но я буду в стандартный билд свой выходить, который я обычно собираю. Стандартный билд. Тини, лотары там, ну стандарт. Так, если гоним, это радует. Сколько сейчас? 450 там. 625, да, 425, найс. 425, это хорошо. Он не знает, что я тут стою. Это настоящий Тини, видели, слот поменял. Бара сейчас побежит. Бара. Хорошо, давай, ставь зомби, томбу. Дикей. Не могу. Не могу ультануть в него. Так и не нажал на него. Жесть. О, гоу, 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 гоу. Изи вообще фражочек на пудже. Ух ты, блин. Прикинь, какой. Какой он на пудже-то. Характерный. Еще я убил его. Ой, ну Пудже прям гений играет этой игры. По факту, ребята. Давай ему накидаем немножко. О, молодец. Я опять ультом не убил. Ай, жесть, боже. И там одни силачи така. Так, зомбези, аганим. Зомбези, и надо аганим. Давай ТП-шку, зомбику. Погнали на топ. Там очень всех много хп. Там по 1000 там уже. То есть, так, что next там собираем? Спросите вы. Так как я играю на Аксе, будем собирать стандарт, дефолт свой билд. Но Радик у нас есть. Радик есть. Яшку собираем в манту. И поехала. Яшка, манта. Чтобы мы смогли в лейт гейме что-то делать. Потому что там очень сильные игроки. Метовые герои. И будем как-то двигаться. Хорошо, в НШ можно забежать. ВГшка делает вещи. Офигенно, 2к хп, аганим запуленный, просто кайф. У нас шторм 12 уровень пока что. Может что-то приоденет чуть позже. Варды все снимают у нас. Варды все, 16 левел у меня почти есть. Почти 16 есть. Аганим зомбу. И ехала. Вот это, по идее, красота будет сейчас. Надо что-то на вставочку же есть еще сделать. Гоу. Вот этого. Проказника. Ага, спрятался. Танчить я не хочу. Зомбик может затанчить, у него 1500 хп, грифсы, его хрен убьют. Опа. Я ультовать не успею. Не успеваю просто. Здесь, пойдем туда. Можно в агрессию. Го, мид. Зомб. Все, просто мид, погнали. По-моему, мы сейчас тут таких навертим. Навертили. Я вам отвечаю. Блин, у меня солнце уже... Сюда достают. Что это за испепеление? Не души меня так сильно, шторка моя. Иллюзия. Хорошо, гоу.
Beautiful. Че, мид надо было идти. Мид надо было идти. Так, ТП-шка на низ есть, если что. Хорошо. У Джиены на миду. Фивер. Фирвор. Они не хотят драться с нами, они боятся нас. О, здорово. О, неплохо. Это там 900 хп, да, дядь? Сколько там хп? 500. Да, дай. Ультану, дядь. И тут ультану дай. Хорошо. И тут ультану. Ух ты. Трипл килл, между прочим. А давайте на вставочку сделаем что-нибудь еще. Подожди. Раз. Ультра килл. Да-да-да-да-дай. Ну нет маны. Я бы сделал, блин, рэмпейдж даже. Но нам ставочку сделали, тем не менее. По кайфу. Хорошо. Да-да-да. Пуш-пуш-пуш. Пуш-пуш. Давайте, ребят. Но работает комбинация все равно. Под зомбаком нормально акс душит. Нормально. Маны, правда, надо побольше. Ман-то есть? Даешь? Ман-то есть. И с ульты, Тавр Баракович. Хорошо. Отлично. Так, есть иллюжен. Ребят, давайте что-нибудь на ману вообще уплотнимся как-то, да, немножко. Я так думаю, что-то можно... Ну и вообще, обычно в старых версиях я всегда делал... А, какой билд у меня был? Всегда. Вот всегда я собирал. Вот реально всегда. Берешь, покупаешь дагер. У тебя есть транквилла. Следующее, что ты делаешь, это Soul Ring, да? Soul Ring, а потом фармишь ВГ. Либо ВГ, потом Soul Ring. Но с Soul Ring ранним у тебя получается очень много маны, и ты можешь спокойно двигаться. То есть сначала нажимаешь Soul Ring, потом Tranquil, и работаете. Вот, и в чем смысл? Потом выходишь просто в Bloodstone. Агоним, и все. Игра заканчивалась. В 90% случаев эта игра ложилась вообще прям, ну, на колени падала эта игра, и все. То есть как-то так. Так, ну ничего, гоу. Душить. Камон. Там варды. Нам все равно на варды. Все равно на варды нам. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-дум. Я мастер зацепа. Ты, блин. Че себе? Ух ты. Ух ты. А, сори, как цепанем. 400. Ух там, блин, он только один дикей дает. Один дикей дает, и там тупо хп отваливаются. Хорошо. Это прям, ну, если честно, не овер прям жестко, да, сейчас выглядит. Не овер жестко. Все, let's go. Таким тини не вин. По факту. Ну ладно. Ребята, не забывайте поддерживать YouTube канал, подписываться на YouTube канал, подписываться на ТГшечку. Я буду очень рад, если будет актив не только в лайках, но еще и в продвижении по подписке. Очень хочется таки до 50к дорасти уже наконец-таки, а то зеленый в YouTube, но, блин, как бы хотелось бы... Хотелось бы немножко это, ну, чуть двигаться вперед, мы как-никак на месте не стоим, контент всегда лупим. Поэтому, ребят, спасибо всем, кто поддерживает. Реально, от души. Чисто вот от души, без всякой вот этой подлизонской темы, да, чисто от души говорю. Так, ну что, мана нужна, ребят. Gold Soul Booster. В Октарин таки будем выходить. Нет, не в Октарин, в Bloodstone. Bloodstone и наше все. Мидер слабый. Так я мидера загангал. Как бы это глупо не звучало, акс лесник загангал мидера. Учитесь, так надо, ребят, делать. Кто-то обижается постоянно, когда я говорю «учитесь». Но, блин, по факту, я, бывает, очень хорошие вещи полезные показываю. Просто не смотрите это как на какое-то, знаете, ЧСВ, там, типа, ой, кого ты там можешь научить и тому подобное. Типа, смотрите это просто со стороны игры, да, то есть, как это будет корректно, да, то есть, ну,
как это вообще на самом деле корректно? Помог мидеру, да, не просто АФК стоишь в лесу, а помогаешь мидеру. Это, ну, в этом ничего нет такого зашкварного. Это реально вот типа, ну, смотрите, как вот можно делать. Так что такой смысл, парни. Я не стараюсь кого-то принижать, просто я показываю. Стараюсь показать, так как у меня, в принципе, образовательный контент, да, выразимся так. Стараюсь показывать, как можно делать и как желательно делать. Иногда не получается, иногда получается. Безусловно, это все, это ж дота, это как ни крути. Может что-то получаться, может нет. То есть, как бы, смысл от этого не теряется. Игра это игра. Где драку? Сейчас драку сделаем, Бладстоун купим. Хорошо. Пуч там, 1200 хп, у меня 550, 550 хп надо попадать. 550. Сейчас он же кушать тебя будет. Сейчас этот просто на тускаре не засыт, засейвит его. И ты погибнешь. Ух ты. Ух ты, Юльчик, сюда. Дай. Да, и так и не получилось не ультануть мне. Оп, хорош. Давай вот этого, дикей, дядь. 500 хп уже. Хорош. Дальше. Сюда, сюда, сюда. Даю горелку. Чпау. Отлично. Мужики. Прям мужики. Красавы. Не, ну чисто вот командно сейчас, да, делаем. Монетка алхимику. Анис иллюзию отправим. Го, один на один. Вот так всегда пишут слабые, на самом деле. Один на один. Один на один ты можешь уметь играть, да, но 5 на 5 играть ты можешь не уметь. Запомните, это реально так и работает. Что-то мне это напоминает. Один на один я слабый максимально, но 5 на 5 голова у меня намного лучше соображает. То есть это макро игра. Я вот честно расскажу историю. Не знаю, я не, вот, не всегда вот люблю вот такую тему, да, рассказывать, но расскажу историю. Я... Когда играл раньше вот эти игры, да, как вы называете сейчас все, топ, ТБ, все вот эти, кайфуют с этого названия. Некоторые этой идеи играют, все самые сильные, да, типа. Я играл всегда там, знаете, на тройках, вот на аксе в лесу, да. И в чем кайф был? Я никогда не мог нормально отстоять центральный коридор. Ну, если отстаивал, то и то там при одном ганге, да, какой-то один ганг, и все. И дальше у меня хорошо идет, то есть у меня микроконтроль слабоват, мягко говоря. И что происходит? Что происходит? Я, если очень сильно сливал, хорошо мог камбэкнуть игру. За счет макры. Дай мне, блин. Так и задизейблил меня, вообще ничего не сделал я. То есть за счет макры я мог прям очень хорошо выезжать. Блин. У меня тушканчик этот душит. Я не могу, там, знаете, блин. Короче, дай вот так сделаю, да? Хорошо. Тушканы, а. Давай, 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 давай. 500 хп там уже. 400 хп. Да зомбик блочит. Иди отсюда. Давай вот этого. Сейчас кто, смотри, он не кушает, чтобы начал. Да тут просто... Ладно. Жесть. Что за фигня? Я просто ультую не глядя. Надо постоянно мониторить. У них у всех очень много хп. Из-за этого тяжело ультовать. Короче, смысл такой. Выигрывал всегда игры на макре, когда сплитуешь качественно, там отходишь туда-сюда, их вот так вот, чисто, как знаете, как Криса делаешь. И это помогало, это реально помогало. То есть, если слабый микроконтроль, но довольно-таки неплохой, качественный этот макроприем, да, макропонимание, то, в принципе, можно было душить. Опять я ультом не убиваю, блин, это жесть. Это жестко. Так, отлично. Но ребята чуть решили подтушить. Катка получилась красивая. Легкая. Соез. Соез напишем. Ой, жесть. Это рофл. Это для видео рофл, если что. Зомбик с аганимом, конечно, сказочно. Жалкое подобие. Да, одобряю. Одобряю, жалкое подобие. Так, что на экстом собираем? Можно сделать уже тарасенцию? Уже.
Уже. От зомбика, гоу. Го, зомбарь силу сосет. Ультуем, приначим. Зомбика вперед надо, на шашлыки. Ух ты, животнич бежит. Так куда ж ты, блин, вот так в толпу несешь? Вот руинер на шторме. И алхимика там сейчас задушат из-за шторма. Алхимика-то задушили из-за шторма. Че, там прыгаю, да? Эх, не прыгаю. А го там безию в наглую. Мух ты, блин, мух. Ух ты, мух ты. Гоу-гоу-гоу. Сосай, сосай хп, сосай ману. Не могу. Да что ж такое-то? Бабакс? Толтоватно, стой еще что-то. О, смотри, какой. Кукуруз. О, стой. Пойдет, задушили. Ну, блин, катка на самом деле прикольная. Тушим. Найс, БМ купил. Осуждаю. Случайно по ван-клику купил БМ. Что там ты, силу сосешь? Сосай силу. 1200 хп. Ладно, я Б. Случайно БМ купил. Вот когда он в курьере уже лежит, это ГГ. Вы его не продадите за фулл прайс, если мискликнули. Я хотел кирасу. Хотел кирасу. Блин, зомбаря там тушат, у них по 500 хп. Вот ты Крис, а. Да иди на базу, у тебя хп нет. Смотрите. 500 хп, просто я прыгаю, ультую, все. Вот это и нужно было нам в этой игре. Это и нужно было. Уйди. А нет, смогу, да, продать? Да, хорошо, это работает. Это работает. Это еще работает, это кайф. Раньше, в первых версиях, когда добавили вот этот прайсовую продажу, да, это не работало. Это так не работало раньше. То есть, если ты уже в курьера собрал, все, хрен ты продашь за фулл прайс. Не за, ну, в смысле, за фулл прайс, если не юзал, правильно. То есть, без багаюзов, без каких-либо механик там, да, вторичных. Вторичных механик. Так, кираса сюда даешь? Спасибо. Переведи через дорогу, кстати. Те, кто в теме, те в теме. Хорошо. Все, мид отправит рака и слить катку. Так, инвокер аганим сделал. Зомби. Смотри, какой хитрый на баре. А? Барри. Барри Алибаца. Так, этот силу будет посасывать там. 1300 хп. Ух ты. Цепляй его, таракана вонючего. 600 хп. Дай ультануть. Хорошо. Отлично. Да я в стане просто стою, ё-моё. То в дизарме, то в стане. Хорош. Прям под колодцем даже. Заходим, ломаем их. Го, колодец. Го, колодец, собирайтесь. Шесть. Сейчас в колодец пойдем. Колодец соберемся и пойдем. Так, ну что, Bloodstone решает. Мана есть, можно поесть. Гоу. Вот тут. Пойдем, вот это заберем. ВГшку разберем на Тараску. Тараска есть, в принципе, почти. Тараска почти есть. Так, раз. Ring of Health остается. Вернее, Виталик Бустер остается. Вот, вот так вот. Виталик Бустер. Виталити Бустер.
Го ультовать Врашана. Сколько нам хп будет? Эх, не успеваю нифига. Так, ну Тарас есть, я могу потанчить. Могу потанчить. Тараска есть. Гоу. Туши! Пойдет. Задушили. Так, Тараска есть, можем поесть. Погнали. Ой, как на торнадо Юлович поднял. Ну, я сагрил. Правда, я тут не выживу, скорее всего. Да что ты меня кусаешь? Что такое? Посмотри на него. Жесть, это что за игра тут? Под колодцем бегаю, да. Да ты посмотри, как он толкается. Ты на него посмотри. Вот ты такое. Такой вот он. Такой вот тот он. Жесть. Блин, там хп просто, если зомби дикеет, хп улетают, и прям нереально шотаешь. Так, ну что, можно еще бабочку сделать. Бабочку. Бабочку сделаем. Хорошо. Бабочку, наверное, сделаем из сапога. Да, зайдем сейчас. Попытаемся такие что-то побить немножко колодец, то в колодце драка хорошая, я бабочку сделаю. Чуть еще. 4К еще. 4К подфармим. Куру магаз отправим. Давайте попробуем немного колодец побить. Сделаем минус 5, но по идее можем подуспеть. Дезольба. Куджиены. Куджиены. Нормально я его хреначу. Хорошо. Пуджиены. Задушили пуджиены. Вообще даже не парился. Он таки раса делает вещи. Вроде дэмэджа немного, да, но очень больно бьешь. За счет керасы, потому что армор снимает. Очень бодро. Очень бодро снимает армор. Блин, на самом деле очень-очень жестко. Играли эту игру. Сейчас еще чуть-чуть соберемся. Мне 500 золота есть у меня? Еще 2000 надо. 2К еще. Гений. Майлшторм. Так ты купил на молоток рецепт. Овощ. Ой, блин, бро. Могу хилки купить, го хилки. Чуть-чуть. Тут ребята мои подфармят. 1К. Так, найс, пойдем бабочку брать. Правда, я медленный буду, но главное бладстоун не дропать. Тоже хп. 4000 хп. Прикиньте, такая машина заходит в колодец. И душит. Колодец зайдет. Машина. Блин, я могу дагер, кстати, убрать, да? О, вот так сделаем. А чё? А чё? Серьезно? Побежали. Го! Го! В колодец. Тупо. Всех-всех-всех кил. Кил по топу и гоу. По-моему, изи. Изи стратегию придумал.
Блин, как же там под зомбарем это все больно же есть. Гоу, гоу, гоу. Кто-то там еще хук. Ты. Сорян. Не смог я нормально качественно дать. Эх, не успел отойти. Ну, Пуджа, пойди задушим. Не должен уйти, форсы нету. О, отлично, нормально, нормально, заберемся тут. Заберем. Заберем. Побежали, хп реген лютый. Хватает. Так, вот это убрать отсюда. Пойдет. Давай, давай. Хорош. Сало душит. Так, ну я регенюсь. Армор как только дам, хп на месте стоять будет. Дыши, дыши. Главное вот тут арморчик бафать, если что. Манту интересно юзать? Нет, 3 секунды. Хорошо. Пойдет. Нормально мы под Аксом душим, да, Акс? По реген на месте. 11 секунд, 4 секунды. Хорош. Надо вот так сделать. Алхимик таргет, слей. Хорошо. Но я регенюсь. Регенюсь. Давай, давай, давай. Ну, Пуджа зонит. Шторм. Хорош! На вставочку даешь? Давай, давай, давай. Чуть остается. Бафну. Эх, не успел. Хорош! Найс. Но и тем не менее, ребята, у нас еще и колодец получилось снести. Не это ли контент? По-моему, довольно-таки неплохо. Контент получился. Оп. Меня недавно на стриме спрашивали. Кен, когда колодец снесешь? Ну, вот второй раз снесли. Ну, какой второй раз? Нет, мы много раз на самом деле. Я и соло на Гайдена Зета ломал. И на Леорике ломал. И где только не ломал. И, тем не менее, вот получается у нас... Вот, ух, какая агра. Блин, относ сразу дает. Хорошо. Жестко. Я, если честно, даже не думал, что таким аксом получится сломать колодец. Но и, тем не менее, сломали. Найс. Пойдет. Сломали, тем не менее. Один на деф. ГГ, просто. Даже, если честно, плана не было ломать колодец. Но, как видите, получилось, сломали. Получилось и сломали. Ну что ж, в принципе, по стандарту, ребятки, потребую от вас луецк. Луецк потребую. За такую катку. За такую катку можно потребовать луецк. Поймай, если сможешь, говорит. Инвок ушел, да? Все, а что оппонентам делать? Несите ботлы. Несите ботлы, что делать? Смотри, смотри, они камбэкнуть решили. Хорошо. Они решили камбэкнуть, я так понял. Так, тревела даешь? Камебуск решили, пацаны. Вот дают. Так, есть, отлично. Ломается трон, куда в меня бежит, да? В меня бежит. Финик бегает тоже. Ну и крипы заканчивают сегодняшнее наше, ребятки, веселье, сегодняшний наш видос. И получился он такой, какой получился. Если честно, невзначай сломали колодец, как-то так случайно получилось. И сам смысл видоса, ну я в принципе думаю понятен. Дикеем силу сосешь, ультуешь, убиваешь. Все по кайфу. Ребятки, ну и в принципе все по данному видосу. Напишите ваше мнение по этому видео, конечно же, в комментариях. Понравилось вам это видео или нет, я не знаю. Напишите в комментариях. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если хотите смотреть подобные видосы. Понравилось или нет, уже как бы напишите в комментах и поставьте лайк. Реально, реально поставьте лайк. На этом все, друзья. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ксеназос и до скорого.